одна ностальгическая такая история, уже совсем закончится этой темой. Немножко в другие края. Вот кто знает, у меня был друг товарищ Адриан Кучацкий. Вот он сейчас занялся любовными практиками. Сейчас заслуженный кришнаит. Вот, да, но он нет, ну это не баловство, он серьезно там занялся этим. И пишет книги, очень хорошие духовные книги пишет. Пишет книги по музыке индийской, поет мантры, это очень красиво. Я был на его выступлениях. Песня эта была написана гораздо раньше, даже чем мы с ним познакомились, но в каком-то смысле предвосхитила события. Это очень старая песня. Мы с Адрианом даже ее исполняли на таком очень большом кришнаитском празднике. Селяне приходят послушать его, и птицы смолкают на крыше, и тише гудит самолет, когда про любимого Кришну он светлую песню поет, и всю поселковую свору грызет просветление суд, и даже козел участковый тайком утирает слезу. Бывало до самой до ночи среди свинофермы садок звенит, звенит колокольчик, поет, поет и мотор. Поет журавлей, чернеют на пальмах бананы, оливки слеют на вкус, а он по седьмому стакану за ту же неизбежную грусть, тревог от тоски и от жажды его боевые слои. Соседним земель Махараджи грозят объявлением войны. Да вот на днях приключился и вовсе дурацкий конфуз, очковый с ремней проявился, подаренный тещей мангуз. Но даже не взять без полпарки и пьяный по спину мангей, то слышит на первой тарьянке, то видит свои журавли. Сидит он богами забытый, поскольку себе на беду последнее благо в Адгиту пропил еще в прошлом году. Нахой его эти учения, вспомнив однажды весной грядущим своем воплощением, он максимум будет колхозной свиньёю в том самом посёлке на тысячу дворов, где в полном согласии с кармой живёт Кришнаит. Иванов. Сейчас я считаю, что мы сделаем перерыв, чтобы про
проветрится немножко вот здесь, и нам будет все легче. Пусть такое первое отделение получится ностальгическое. Я так думаю, что и закончу на этой ноте. Это стихотворение было написано тоже энное количество лет назад. 5-7, не знаю. Привет, малыш. 5-7 назад. И оно такое все из цитат. Я думаю, что все будет понятно. Практически все цитаты будут знакомы, известны. И мы, в конце концов, с вами одни же и те же книги читали, да? Фильмы одни и те же самые. Я только хотел сказать, Саша, встань. Да, я же засиделся. Хорошо, что без микрофона можно как-то двигаться. Она такая, ну, это московская тема, ну, неважно абсолютно, потому что она вся говорит. Ну, акын, извините. Чего вижу, то пишу. Больше всего я вижу то, что меня пишет. Люблю Москву в начале мая, когда с сережками в ушах летит полнеба, обнимая ее гулящая душа. Люблю, когда в парадном лоске звенит кабацкая тоска, дает дрозда по-маяковски огит плакатная Москва. Вокруг какая-никакая культура прет из всех углов. Витрины книжных завлекают не хуже модных бутиков. Все так пестро, свежо и ало. Горят рекламные поля, обложки глянцевых журналов, в оборках нижнего белья плодят мечты о Дольче Вита, меняя тыквы на балы, плодя кумиров и пиитов постмодернистской кабалы. С кем вы, отцы литературы, о чем печетесь под конец? Хватило ли вам на всех халтуры? Гламурный впору ли венец? Я не винюсь, какой бы стати, я знаю. Вашу дело иное, чем на чахоточной кровати, брюжа классической слюной, гудеть о том, что плоть груба, что труд возвышеннее, чем праздность, и что выдавливать раба пока трудно, но прекрасно. Слова, что может быть глупее кричать слепцам: «Король-то голый!» Глаголом жечь сердца людей ушли и люди, и глаголы. Ау! Герои метростроя, а тут творцы передовицы! Не так ли хочется порой проснуться там, под пение птиц, где утро красит нежным светом в лыжную древнего Кремля, где под магнитные кассеты цепными маршами гремя шагаешь сам себе конвойный, пугаясь собственных шагов, уже заранее виновный, уже на все всегда готов, и не захочешь, а услышишь, и не прикажешь, а смолчишь. Пройдет парад, привет, мальчиш! Пройдет слушок, прощай, мальчишка. Теперь не то, а дырки бублик спел бы здесь любимец Мус. Друзья, прекрасен наш союз советских некогда республик. Все в прошлое, все ушли на фронт, в ремонт, в товаропотребление, как завещал в седьмом колене добитый ГОСТом генофонд. Поши, подсак, твой номер 6. Заветных соток в огороде. С дурной овцы дурная шерсть. С родной страны любовь к природе. Набор харчей под Новый год. Заветных 20 дней на море. Ликер, водочный завод. Охранник лох. Дыра в заборе. Муж у соседки мореход. В пяти шагах ларек табачный. Какой в дупло культурный. Ну какая там чертям собачьим еще эпоха ЭВМ. Какие новостные ленты. Кто был никем, не станет всем. Не те имхой ингредиенты. Таланты нет, спасут понты, и это справедливо где-то, когда по первому менты стране уже не до балета. Да сам из тех, кто вышел вон, не преуспел в большой дележке. Кому что Абба, что Кобзон, что кукла Барби, что матрешки, что Голубкова с МММ, что новый джип, что меч джедая. Незнание жизни
между тем от жизни не освобождает. Как не задраивая окно в преддверии Сцилы и Харибды, моя страна давным-давно играет собственное имя. В офшорах занят, в казино, в корректные затеи. Мне непонятно лишь одно, зачем здесь нужен я. Затем, чтобы от Господа тайком в одну из следующих жизней родиться полным мудаком на радость собственной отчизны, гордясь, что сердце не угас, что гады всех не перестроят, что жив еще у брачных касс внебрачный класс времен застоя, к утру, набравшись в дуголях, плечо друзей упершись, робом скандирует, даешь ублять стране, хоть мелкого, но многое, точно знать, что счастье есть. Пить, конечно, тоже счастье, и что таких, как ты, не счесть. И в этом тоже честь отчасти, и в час последнего суда, и не в каком-нибудь домкоме, где бы мог еще туда-сюда отделаться рублем, а в коме. Согнав со лба холодный пот, под сибемольный марш Шопена, сойти в подземное депо иного метрополитена, где всю вину вложить в одну секунду позднего похмелья и кое-что понять, шагнув на встречный свет в конце этого года.